себя. Как давно вы делали что-то приятное для тех, кто для вас важен? Возможно, не так давно вы покупали подарок своему ребенку или приглашали в кино или в театр своего друга, а может быть, готовили завтрак для любимого и приносили ему кофе в постель. Это так естественно, правда, уделять время и внимание тому, кого мы любим. А вот если я спрошу вас, любите ли вы деньги? Скорее всего, вы ответите, ну, люблю, конечно, кто ж их не любит. Однако, если спросить про ваши отношения с деньгами, может оказаться, что вы зададите вопрос, как так отношения с деньгами? В смысле, деньги есть и есть, как в стишке-пирожке. Война закончилась победой, женитьбой кончился роман, уикендом кончилась неделя, а деньги кончились, и все. Вот очень часто к деньгам у нас какое-то такое утилитарное отношение, даже не к материальным вот этим самим листам бумаги, а к вот этому внутри понятию. Поэтому мы предлагаем вам сделать удивительную вещь. Провести с деньгами завтрак. Вот если бы у вас была возможность пригласить их с собой на завтрак. Мы приглашаем вас на завтрак с деньгами в магазин «Белые облака». Он находится на улице Покровка, дом 4, вот здесь. Ровно в 11 часов 23 июня я и мой друг, и моя коллега Оксана Масько с удовольствием встретимся с вами и поговорим про деньги. Это будет завтрак, на котором вы сможете задать любые вопросы, получить любые ответы. Мы зададим вопросы вам по отношению к вам самим. И попробуем установить такой вот диалог и такое пространство, как если бы вы пригласили действительно свои деньги на некое свидание, и у вас была бы возможность выяснить, что в ваших отношениях всех устраивает, а чего хотелось бы больше, а чего хотелось бы избежать. Согласитесь, не так часто у нас есть возможность действительно подумать про деньги не как про то, чем мы должны за что-то платить или то, что мы хотим получить или взять, а как про то, какое место они занимают в нашей жизни и чем они являются. Наша страна очень непростая в плане той истории, которая нагружена понятием деньги. Можно быть богатым или нельзя быть богатым. Хорошо, когда тебе платят за работу, или плохо, когда тебе платят за работу. Много зарабатывать или много получать. Тратить деньги или копить. Все это не так однозначно, как кажется. Я точно знаю только одно. У меня очень большой, богатый опыт общения с очень разными людьми. И накоплена довольно большая статистика. Ваше внутреннее отношение к деньгам совершенно точно влияет на то, как другие люди вас воспринимают. И на то, ну, в конечном итоге, какое количество денег оказывается в нашем с вами пространстве. У вас в кошельке, у меня в кошельке, у кого-то еще. Вот давайте проведем такое маленькое исследование, давайте просто поговорим, ну и позавтракаем заодно, потому что белые облака дают возможность совместить приятное с приятным. Приходите 23 числа в 11 часов. Белые облака, Покровка, дом 4. Поговорим.